Королева Полина. Общая сумма свидетельств превысила 6 миллионов рублей. Примечательно то, что на эти денежные средства семьи могут приобрести жилые помещения не только в нашем городе, но и по всему Красноярскому краю. Естественно, каждый из получателей рад этому событию и отмечает, что выплата – хорошее подспорье. 2017 года. Может быть, когда-то и я получу. Я смотрела с таким удовольствием. Родился ребенок, и я дождалась. Все-таки. Поздравляю. Спасибо.